Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Нейт, и мы продолжаем проходить игру Outlast. В предыдущей серии мы, собственно, начали играть, попали в эту психушку, Mount Massive Asylum, и тут сразу поперла какая-то чертовщина. Мы пришли, везде кровь, трупы, там мертвые солдаты обезглавленные. Вон, один даже живой был. Потом мы пошли вот сюда. И тут нас какой-то огромный какой-то монстр скинул сюда вниз. Высота тут 5 метров, наверное. Мы-то столько пролетели вот сюда куда-то. Ну и дальше я пока решил не проходить в предыдущей серии. О, кто-то кишки растерял. Опять обезглавлен. Все обезглавлены, капец. Ну и давайте, что ли... Пойдем уже. Я решил не шариться, как в прошлой серии, вот так вот. По этим, как он, ну, на картах буду ходить так, потому что мы так долго возиться будем. Никаких нервов не хватит. Тихо. Ты. Документики. Что-то состояние пациента проекта Валли Ридер. Криса Уокера. Эй, погоди. Переход к более высоким стадиям. Ну, состояние активность морфогенетического кондиционирования стабилизировалось приблизительно на 2000 ПМ. Переход к более высоким стадиям гормональной программы небезопасен. Симптомы. Спирометрия обнаруживает легкие умеренные бронхиальные образования. Результаты томографии подтверждают описание снов, данные самим пациентом. Смех в медленной фазе. Заметки. Во время беседы подвижность Уокера была вынуждена ограничена ввиду нанесенных им себе повреждений. Ограничительные приспособления пришлось видоизменить в связи с его огромными размерами. Обширные кожные высыпания соответствуют типичной клеточной активности при неудавшемся морфогенетическом кондиционировании. Он утверждает, что сдирание кожи со лба способствует особому видению. Напоминает юношеские опыты с ящерицами Туатара и их внутренним зрением. Выражал беспокойство касательно своей плоти, особенно губ и носа. Назначенному персоналу следует предупреждать дальнейшие попытки самовредительства. Полученные в Афганистане психологические травмы, похоже, замедляют процесс морфологического кондиционирования. Преобладающим навязчивым состоянием усиленной терапии является повышенное внимание к военному протоколу безопасности. Настоятельно рекомендовано дальнейшее применение средств физического и фармакологического ограничения активности. Капец. Компьютер. Все запаролены. Так, начнем изучать Open World. Чтобы заглянуть, используйте вот РТ. Почему-то не получается у меня. Это вот тот чувак из предыдущей серии. Помните его? Шевелится. Капец, чувак. Здравствуйте, мужчина. Блин, ладно, кто мы вообще? Пойдемте. Мужчина. Капец. Вашу мать, вашу мать.
Здравствуйте. Вы кто вообще? Я что-то не понял. Им что, всем пофигу на нас? Здравствуй, братюня. Овощи и сдохший телевизор. Ой, ой, ой. Овощи сидят кучкой, пялятся в пустой экран. Выглядят как пациенты. Они пережили то, что здесь произошло. Но похоже, на чердаке у них совсем пусто. Ну да, согласен. Капец. Ну вы, ребят, даете. Там еще кто-то сидит. А, это трупак. Так, с него мы возьмем карточку доступа. Черт. Ага, вот, значит, кажется, наши предметы. А, вот так можно выглядывать, понятно. Чёртовы овощи. Ребят, вы же меня не тронете, я надеюсь. Вы гляньте, какие у него глюки начинаются из-за этого всего. Не стучи. Уйди, сволочь. Фу-фу-фу-фу-фу, убегаем, убегаем. Фух. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ух ты ж сволочь. Фух, черт. Ненавижу. Чё, он там совсем скопытился, что ли? Куда он делся? Так, судя по всему, нам вниз, да? О-о-о-о! Ты кто? Ага, понятно. Туалеты. Ненавижу туалеты в таких играх. Блин, сколько тряпья в крови, блин, все. Черт, 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 черт. Кто? Кто-то закрыл дверь, блин. Черт. Кто это был? Ненавижу. Пусто. Свидетель. Рука чья-то.
Ой. Нафига я тут закрылся? Так. Так, снимем для хроники. Так, тут вроде никого. Блин, вот я же не хотел сюда идти. Секьюрити нам сюда. Жалко, по-тихому закрывать двери нельзя. Только открывать. Так, нам нужно... А не угуд. Что за тормоза, я не пойму. Необъяснимые. Давайте что ли параметры понизим, а то что-то вчера таких тормозов не было. Ну, уже получше. Может, это у персонажа глюки. Так. Он, походу, умеет этим всем пользоваться. Неплохой репортер. А! Черт! В подвале! Не пытайтесь драться. Ой, отстань, отстань. Ой, как все плохо-то. Ой, блин, убьет же сейчас, убьет. Ой, убил. Фух, надо было убегать. Черт, это капец какой-то. Так, спрячься в шкафчике. Так, мы спрятались. Так, подождем. Свали отсюда, сволочь. Черт. Кто ты такой, сволочь? На монстра из амнезии похож. Так, давайте-ка по-бырому пробежим в подвал. Так, сейчас бежим по-бырому. Дёру. Так, МК Ультра, ЦРУ, убийство под воздействием гипноза. Дело подшивки, гипноз, исследование, эксперименты. В среду, 10 февраля 1954 года, исследования гипнотических состояний были продолжены в корпусе 13 заповедника Маунт Месси в Колорадо, по ниже описанным направлениям. Было задействовано постгипнотическое состояние предыдущей ночи, команду «Уснуть при указании пальцем». Мисс Джексон и мисс Пирс немедленно перешли в состояние глубокого гипноза без дополнительного внушения. Мисс Пирс было приказано, учитывая выраженный ей ранее страх перед любыми видами огнестрельного оружия,
Разбудить мисс Джексон, находящуюся в состоянии глубокого гипнотического сна, пользуясь любыми возможными способами. В случае неудачи взять находящийся рядом пистолет и выстрелить в нее. Ей было внушено, что она испытывает гнев такой силы, что не задумываясь заставить миссис Джексон за то, что та не просыпается. Мисс Пирс неукоснительно выполнила данные команды, включая выстрел из незаряженного пневматического пистолета в мисс Джексон, и впала в глубокий сон. После соответствующего внушения обе были разбужены и продемонстрированы полное отсутствие воспоминаний обо всей последовательности событий. При попытке снова вручить оружие мисс Пирс, та в бодрующем состоянии отказалась подобрать его или принять из рук оператора. Она также полностью отрицала возможность того, что предшествующие события действительно имели место. Ну, понятное дело. Так. Ненавижу подвалы. Ой, ой. Что? Так это что ли генератор? Опять трупы. Так. А, понятно. Придется ходить по всему подвалу и включать эти штуки. И у нас три двери есть. Locked. Так. О. Бензонасос. Ой, чё ж так громко-то? Надеюсь, сюда не пройдут. Опять бегать придется. Ой, 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 ой. Уйди. Нет тут нифига. Да действительно, уходи отсюда. А, можно под кроватью спрятаться, офигеть. Я, конечно, видел такое, но сейчас я что-то об этом не подумал. Куда этот говнюк делся? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, 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 ой. Ой, нашел. Блин, блин, блин. Черт, 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 черт. Как я еще что-то успеваю вообще? Ой, вот он. Черт, 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 черт.
Ой, тут только трупы. Я вообще заблудился. Не, блин, это нереально так убегать. Фу, как я плохо на него наткнулся, блин, не вовремя. Так, ну теперь-то мы знаем, что нас ждет, и поэтому будет не так страшно. Так. Так, спрячемся сразу. О, вот он, вот он. Ага, вот он. Ой, 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 уйди. Так, 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 так. Куда эта тварюга пошла? Прячусь-ка я и поменяю батарейку. Так, можно будет в шкафу спрятаться. Так. Спрятались. Вроде он к нам не идет. А, не, пришел. Во-во-во. Вай-вай-вай-вай-вай. Только не открывай шкафчик. Это плохое укрытие. А, не. Свалил. Да, по-моему, свалил. Так. Следующая дверь. Нам надо найти что-то типа главного выключателя. Иди отсюда. Ага, пока не включен, значит.
Так, ну попробуем пройти туда. Ой, 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 ой! Найдет, найдет. Неужели потерял? Вот это я от него убежал. Фу-ху-ху-ху. Я аж дыхание задерживаю, когда убегаю от них. Так, это что ли рубильник? Не, найдет. Не, не нашел. Так, угнали, угнали. Так, уходим. Ой, 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 перепрыгивайте, бил. Фух. Фух. Фух-фух-фух-фух-фух. Все, 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 все. Так, вроде бы мы все сделали. Тут постоянно как-то тормозить начинает, именно вот тут. Так, открываем. Да что опять такое? Ну. А! Sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Ты издеваешься. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. Я вообще не понимаю, что происходит там. Сейчас просыпаемся, а везде все темно. Или в тюряге оказываемся. Фух, черт. Этот подвал, это что-то, что-то с чем-то. Да мы, походу, реально в тюряге. В мягкой комнате сидим, в психушке. Хотя мы и так в психушке, но, блин, чтобы нас в мягкую комнату посадили, это вообще... Покойся с миром, покойся с миром. Камера отца Мартина. Священник отец Мартин притащил меня сюда показать кое-что. Думает, я стану свидетелем всей той ерунды, которую он мне впаривает. Все здесь пошло не так из-за доктора Вернике. Вот только он умер лет 10 назад. Покойся с миром, гласит кровавая надпись на стене. Так, давайте-ка здесь завершим серию. Мне пока потрясений на одну серию хватит. Но
Я прямо сейчас продолжу записывать третью серию. Но на эту серию уже хватит, по-моему. Фух, ну что ж. Становится все напряженнее и интересней. Я просто, видите, я уже эмоции не могу никак выражать после того подвала. Фух, но мы как-то убежали. Как-то все сделали, поэтому что. Увидимся в следующей серии. С вами был Нейт. Всего хорошего. Пока.